Всем здравствуйте! Сегодня мы будем рисовать фактурки. Мы можем наметить само пятно, где у нас там будет, какое оно будет по форме. Допустим, возьмем вот такое вот. Буковка S. И шерсточка будет вот в эту сторону. Много намечать не нужно, иначе у нас потом это все будет видно. Можем просто начать сразу с такой легкой лессировочки. У меня вот здесь вот еще рядом будет палитра. Охрочкой сначала все заливаем. Можно побольше воды. Это будет прям такой вот маленький лоскуточек, чтобы видео очень много не занимало места. Не было очень долго. Мы будем делать только кусок небольшой. Так, мы сделали охрочку. Теперь берем чуть-чуть потемнее сиену. Берем чуть-чуть еще охрочки. Бумага почти подсохла. И делаем теперь такую вот фактуру. У нас, мы говорили, шерсть будет вниз идти. И делаем такие вот полосочки. Где-то она растекается слегка, это не страшно. Будет даже красиво, акварельненько так. И как можно чаще залезать на черное пятно. Это вот у нас вот это черное будет. На черное пятно можно. Делаем как можно больше вот этих вот полосочек, ворсинок. С пропусками, да, первый слой у нас остается. Можно делать немножко в разные стороны их направлять, чтобы не были слишком искусственные. То есть чуть-чуть менять направление. Не забываем залезать немножко на черное пятно. Оно все равно будет черным и перекроет этот желтенький охристый цвет. Так, здесь подлиннее, потом за пределы выходим немножко. У нас будет часть темная. Часть остается вот этот вот первый слой. Так, сделали. Теперь берем еще чуть-чуть потемнее, понасыщеннее сиену. И затемняем уже вот эти вот светлые полосочки. Ну, стараемся на них попасть. Если не выпадаем, ничего страшного. То есть они уже будут не везде. Делали. Берем еще темнее и делаем уже со стороны края именно ворса, да, не с этой вот стороны, а где черный, где заканчивается черный ворс. То есть у нас будет это здесь и здесь. Вот эту часть не трогаем. Здесь у нас светлый залезает на черный, он будет достаточно светлым смотреться. Сейчас берем еще чуть поплотнее. И в сторону, где черный будет перекрывать светлый ворс, делаем еще плотнее тени. Белых стараемся поменьше оставлять. И с этой.
Он может быть покороче, но такой же тоненький. То есть стараемся прям вот вскользь сделать, да, тоненький такой ворс. Не нажимайте сильно, иначе он будет толстый. Можете потренироваться сначала на отдельном листочке, на палитре. Так, пусть это теперь пока подсыхает. Сейчас мы зальем черный, темный. Темный ворс, но не делаем его слишком темным. Сначала он такой вот светло-коричненький. Стараемся прям залезать. Но не сплошной. А здесь у нас светлый залезает, и мы его не трогаем. То есть вот так вот входим. Пустоты рисуем внутри. А белый ворс оставляем. Не белый, охристый. Вот, то есть он должен быть таким светлым на тему. И здесь также. А здесь черный будет наоборот залезать. Не спешим его утемнить. Пусть сначала будет такой вот мягкий. Легче будет, если что, подправить еще ошибочки. Вот у нас эта буковка С, пятнышко села. То есть она уже внутри. Можно тем же, да, для лессировочкой тот же цвет взять, и лессировочка он будет уже более темненький ложиться. Вот. Темнеет уже. А глубоко сюда уже не заходим, иначе у нас будет вырезанное такое пятнышко, то есть здесь оно все равно будет светлое. А наносим сейчас уже. Наносим более такое вот темное именно в центре. По краям сильно не затемняем. Мы сейчас работаем в технике лессировочка. Лессировки. То есть многослойно у нас живопись пошла. Не по-сырому. Не мочите лист, иначе это все расплывется и фактура шерсти у нас потеряется. Можно еще повытаскивать несколько шерстиночек за пределы. Можно чуть-чуть где-то пошире сделать. Не делайте, самое главное, одинаковые вот длинные ворсиночки, иначе будет смотреться нереалистично. Так, мы можем потолще вот эту вот часть сделать более такую массивную. Иначе у нас получается прям буква С. А это у нас просто пятнышко. Вот на краях. Здесь чуть-чуть. И в эту сторону давайте побольше сделаем. Вернемся к ухочке. Это у нас охра золотистая, поэтому можно немножко добавить желтого, чтобы она не была такой оранжевой. Чуть-чуть пожелтее можно сделать. И заливаем еще раз саму шерсть светлую. Чтобы она была потеплее. Так, пока сохнет, делаем еще более темный
Наливаем. Так, давайте еще внутри такие вот засечечки немножко. Поактивнее. Чтобы фактурка была. Сплошной заливкой не делаем, иначе у нас не будет читаться ворс. В разные стороны стараемся. Где-нибудь между еще этими светленькими чуть-чуть ввести, разбавить более темным. Также более темным можно сделать вот сепии, смешали охру, какие-то вкрапления внутри еще могут быть, но уже не такие часто затемнения. То есть это тот самый первый слой, можно еще темнее сделать. Вот чем детальнее, чем больше вот этих вот ворсиночек рисуем, тем более реалистично у нас получается уже фактура. И не делайте все одним цветом, то есть здесь не только охра. Смешивайте. Я вот взяла индиго, да, тут с синеватым оттеночком. Можно добавлять еще чуть синенького, там, допустим, в тени или в черное пятно. Где-то можно прямо в тень ввести, да, в шерстинки. Ну, вот так вот. Примерно.